Сильный снегопад накрыл часть территории Великобритании. Непогода повлияла на работу местных центров по вакцинации. В Китае из-за низких температур образовались ледяные пузыри на озере Сайрамнур, что привлекло к водоему туристов. А в Австралии тем временем продолжают бороться с лесными пожарами. Подробнее в сюжете моих коллег. Мощный снегопад накрыл юг Великобритании. Из-за непогоды в Южном Уэльсе временно закрылись 4 центра вакцинации. В управлении дорог Англии водители попросили быть осторожными на трассе из-за плохой видимости. Британское метеобюро предупреждает, неблагоприятные погодные условия продержатся еще как минимум до вторника. Но вот сами британцы не унывают и рады окунуться в атмосферу зимней сказки. Люди играют в парках в снежки и катаются на санках. Мой ребенок впервые увидел снег. Детям важно испытать такое, особенно в нынешнее непростое время, когда мы находимся в изоляции. А жители Китая стали свидетелями удивительного явления. На соленом озере Сайрамнур образовались необычные ледяные пузыри. Они возникли из-за низкой температуры воздуха. В регионе сейчас минус 30 градусов, поэтому пузыри газа в воде, поднимаясь, застывают у поверхности. Это редкое для Китая явление привлекает множество туристов и не оставляет их равнодушными. Они все кристально чистые. Это впечатляюще. Мы хотим сделать несколько фотографий, чтобы показать их своим друзьям. Тем временем в регионе Аделаид-Хиллз в штате Южная Австралия бушуют лесные пожары. По сообщениям местных властей, с огнем все еще борются пожарные. Задействованы 6 самолетов, оснащенных специальной техникой. Противопожарные службы региона предупредили местных жителей не покидать свои дома и соблюдать меры безопасности. Так, температура в некоторых пригородах достигла 40 градусов. В Лавертоне она поднялась до 42 градусов по Цельсию. В других регионах также до 40. Снегопад прошел и в турецкой провинции Гиресун. Плато и природные парки остались под снежным покровом. По словам местных жителей, это достаточно непривычное явление для этого региона. Асиль Абдыкылыков, Зауриш Байгелова, Хабар 24.